Всем привет, с вами Олег. У нас наступило уже сентябрь, начало холодать, дождливо, и вот первый день за пару недель выдался солнечным. К тому же к нам приехал наш донатарчик Honda CB450 82 года выпуска, который я когда-то переделывал в Brad Style. Ну, такой а-ля скрэмблер, только городская версия. И, в общем, он приехал ко мне, останется на зиму, кое-что нужно будет подделать. Тем не менее, едет отлично, и я решил прокатиться по окрестностям и попробовать его в действии. Еду вдоль трассы, заглядываю в какие-то незнакомые деревни в поисках приключений. Пока получается не очень. Заглянул сейчас в деревню Вопча. Ничего кроме облаивания собак здесь не увидел. Ну вот еще вышка стоит мобильной связи. Гоняйся. Что, дорогу? Дорогу прекрасно. Местная? Да здесь трава. Так вы отсюда сейчас вернуться надо? Не, мы так. Слушай, пацаны, надо вот фару такую найти от трактора. Купил бы. Не знаете такое? Это обычно ставят вот тут, да, на Белоруссию. Знаешь, да? Может быть такая? Да. Не точно такая, да? Просто не хочется ее полностью... Не, покрашена. Не, не покрашена, это само собой. Я просто вижу, делал эту решетку, а этот буря была и уронила. И сейчас еще не могу найти. Это что, восход? Да. Едет? Да. Ну так это тоже как бы. Какой год? Не помню. 80-е, 70-е, нет? Это 82-го. Старенький тоже. Так вот фару сейчас ищу. Увидел вас, думаю, вот, так может где-то и найдет. Давайте, может, не дам. Вы будете кататься, да? Ну, куда? А это далеко? Нет, по полю. А поле, дороги нет там? Там есть, там поселок, да? Да? А по асфальту не хотите? Менты? Черное, это что такое? Это что оно такое черное? Да, доработки. Почему тут прямого заливает? Там ну заведите, я вас слушаю, сниму. Нормально. Так это заснуть не пробовали? Сейчас все вытащит. Так а что это? Это же что? Это сейчас я просто гадю. Ну, так а что, заткнуть что мне? Я где-то в дороге встречал. Ясно. Вот у меня
Жанна на вход. Так что, может с вами поехать или я не доеду? Да? Так там яма канала, да и лужи. Так давай номер тогда дам. Ну так что, позвонить мне вам или сами позвонить? Ну гляньте, да? Ну вот смотрите, она есть просто более широкая, и у них вот этот центр, по центру вот этот болт, не по бокам, есть мотоциклетная по бокам. А... Ну, хорошо. Если что, я подъеду тогда, если вдруг найдете. Давайте, запечатлю, как вы стартуете. Спокойная деревня, тугоголица. Так тихо, так все чисто и красиво, что, как говорил Остап Бендер, такие города лучше всего брать ранним утром. Ну, я вот остановился с донатарщиком на таком месте. Смотрите, что там стоит в виде памятника. Поставили. Да, когда видишь вживую подобную технику, то ощущаешь всю силу и мощь советской тракторостроения. Я не сильно разбираюсь в моделях тракторов, но это явно не Беларусь, это что-то, скорее всего, харьковский какой-нибудь тракторный завод. Выглядит, ух ты, внушительно, и даже у него фары очень похожи на то, что мне надо. Не, по крайней мере, передняя часть, но в ней тоже стекло разбито, отражатель облез, но ободок так вообще такой же. Меня как магнитом тянуло к этому трактору. Да, ну смотрим, что тут есть. Да. Вид сзади позавидует любая Lamborghini. Ну что, с памятника мы, конечно, брать не будем. Тем более стекло побито. Попробую. Если есть на памятнике такая фара, то должно и здесь где-то быть. Пойду поищу. Так, в Туголице фары не оказалось. Я не встретил никого, никакого мотоциклиста, никакого тракториста, кроме той, что была на памятнике. Но на памятнике я пока трогать не буду, это уже на крайний случай. Если я уже совсем не буду где находить, попробую ее, возможно, пощупать. Так, ну сейчас я, перед нами Вишневка, видите тот дым. Я сейчас, наверное, в нее махну, и там я знаю много всяких мотоциклистов. В основном Днепры и Минчики. Поэтому стоит сюда заехать, а вдруг что-нибудь попадется. Поехали. Я встретил знакомого мальчика, у которого даже трактор во дворе стоял. В общем, посмотрел, у них там масса фар, аж 4 пары вот похожих на этих, но немножко не такие, немножко
другой обод, немножко другой диаметр. Ну, обещали посмотреть. Итак, донатарчик. Honda CB 450, двухцилиндровый, четырехтактный, два карбюратора. Карбюраторы еще по старой этой кейхеновские, в которых нету мембран. Есть такие поршни металлические, которые поднимают иглу. Также есть ускорительные насосы. Из-за этого, ну или один насос, я уже не помню, давно его перебирал. И из-за этого у него где-то после 4000 очень резвый такой а-ля турбина включается, подхват. Просто вот безумный. До этого ты едешь, ну нормально, все так тянет. Ну а после 4 просто выстреливает. По трассе я еду, просто не успеваю держаться за руль. Сносит все время. Ветрозащиты нету. И поэтому все осадки, вся погода, весь поток воздуха, все воспринимается собственным телом. Ну, что делать? Это дань стилю, Brad Style. Brad Style — это из разряда кофе-рейсеров, из разряда скрэмблеров. Ну, такое модное течение. В общем, городской такой урезанный мотоцикл. Главное в нем, конечно, стиль. Ну и стиль тут у нас присутствует. У нас он выполнен в шотландском стиле. Донатар — это такой старый шотландский замок. Я уже не помню, сколько ему там сотен лет. Я четко пошел по истории этого замка. Взял какие-то атрибуты, вот на фаре вот эта решетка, это все как бы из этой темы. Потом цвет, British Racing Green, это уже позже, конечно, но все равно какое-то отношение к Англии и к Великобритании имеет. Ну, потом вот использована эта клетка, которая килтовская, килты носили, это же традиционная шотландская одежда, юбки мужские. Вот каждый клан в Шотландии имел определенные цвета, которые соответствовали именно его роду. Я уже забыл, как этот род назывался в нашем случае. Ну, вот им принадлежал донатар. И вот этот килт именно такой. То есть зеленый, синий и вроде такой черный проскакивает. Ну, такие мрачные цвета и не совсем сочетаются. Но все-таки как-то удалось их сочесть. Поэтому у нас килт здесь вот на боковых крышечках и по центру на баке. Ну, также была вот эта медная тема, бронзовая, заклепочная. Это все было, соответственно, вот этому шотландскому стилю. Ну, мотоцикл делался уже, я уже не помню, ну, лет 6-7 назад. И, в принципе, все в порядке. Он бегает. Ну, не скажу, что он там очень много пробегает за год, потому что ездит на нем девочка. И ездит она не так часто и не так много. Ну, как бы для города он хороший. Ну, несмотря на то, что и жестковатое седло получилось, я его делал еще по старой этой своей технологии из туристического коврика, но это не совсем сейчас, когда у меня есть поролон ПВВ, конечно, он гораздо лучше, но, возможно, я что-то с этим сделаю. Оригинальные глушители стоят, весь хром в хорошем состоянии, и здесь вот есть целая такая бирочка с надписью от самого завода-производителя. Это система выпуска от Honda, специально изготовлена под этот мотоцикл и отличается нестандартным и крутым звучанием выхлопа. Вот такая аннотация. По тормозам здесь сзади барабанные тормоза, спереди один диск. В принципе, ему достаточно, нет. Ну, по динамике я скажу, он очень резвый. И плюс легкий, и вот этот 450, этот объем достаточен вообще. Ну и логотипчик. Это он у нас вместо буквы О, донатар. Вот это его легкость, вот это его живость и при этом крутабельный двигатель. Все это создает, ну, прекрасное впечатление. Сразу что-то ассоциации с таким кроссовым мотоциклом, легким и резвым мотоциклом. Возвращаюсь домой и заодно
на ходу свои впечатления некоторые выскажу. Видите, какой живчик. Очень легенький, очень живой. К сожалению, сейчас тахометр не работает. Тросик перетерся, буду искать. Но набирает очень бодро. Ну, я не знаю, ну, секунды 4 до сотни точно набирает. И обратите внимание, до скольки размечен тахометр. Тут 9500. То есть очень крутибельный моторчик. Оно так и есть. Ты вот до 3,5 где-то он как обычный. Как бы соответствует своим кубам, но потом, наверное, из-за ускорительных насосов. Ну, вы видите, да? Сотня для него как орешки пощелкать. Передачки очень хорошо переключаются при помощи квикшифтинга, без выжима сцепления. Что еще? Ну, про о коробке хочу сказать, что здесь 6 передач. Ну, шестая, видимо, это полностью уже после 120 ее включить. Просто сделано для того, чтобы топливо экономить. Ну, по расходу, я думаю, здесь около 5 литров, если не меньше. Тут сейчас сказать не могу, давно не ездил, не засекал. Звук хороший, такой взрослый. Ну, такой своеобразный, конечно. Они не зря написали, что что-то там сделали со звуком. Но звук неплохой. Конечно, здесь еще между банками, между глушителями есть банка какая-то, которая, скорее всего, типа катализатора, если ее выкинуть. А, вот, видите, как он... Ничего не стонет ему. Не обогнать, не разогнать. Все здорово. Так, база у него коротенькая. Она и визуально видна, что коротенькая. Поэтому входит очень здорово в повороты. Динамично. Так, ну, посадка прямая. Сидушка, конечно, жестковатая. Сейчас бы ее помягче бы я сделал, конечно. Взял бы поролончик. Ну, хорошие дороги он любит. Он больше городской. Когда большие неровности, я при своем весе, там около 90, задняя подвеска немножко пробивает. Но здесь дело в том, что и кастомное седло, и там запас хода над колесом не такой большой. Ну, все-таки делался он для девочки, а там ясно, что вес гораздо меньше моего. И поэтому, когда она едет, я думаю, там с этим проблем нету. Так, похоже, у меня кончается бензинчик. Да, у меня кончается бензинчик. Нужно перейти на резерв. Так, бензинчик стоит. Перехожу в резерв. О, все нормально. Погнали дальше. Ну, привод на заднее колесо здесь цепной. Кардан бы здесь, я думаю, был бы лишний. В общем, цепь здесь стоит еще с тех самых времен, по-моему, мы ее совсем не меняли. Как цепи звезды здесь в хорошем состоянии. Ай, как легко. Это модель Honda CB450 Night Hub. То есть как Night Hub. То есть ночной ястреб или что-то в этом роде переводится. Это как бы он с намеком, что он такой хищник, агрессивный. Ну, хорошая модель, ничего не скажу. Единственное, по пропорциям она крайне тяжела в переделке. Там и рама такая своеобразная. Хотя вот тут несущий двигатель тоже, снизу рамы никакой нет, она сверху крепится. Но по пропорциям она ни в какую. И бак здесь спорный. Ну и сама геометрия мотоцикла, силуэта, она не совсем копирейсерская. Но тем не менее, мне кое-что удалось хоть как-то
загнать ее в эти рамки брэдстайла, и выглядит он неплохо, хорошо, хорошо. И спустя вот эти годы сама стилистика не поменялась, он такой же стильный остался, то есть какая-то... У меня претензий к стилю нету, даже вот каких-то. Ну, единственное, возможно, лампочки я более современные поставил. Ну, вот эти сигнальные. Ну и плюс технически здесь есть некоторые косяки вылезли, тут и манифолда. Трещинка пошла, я ее сейчас заклеил временно, пока езжу. Будем заказывать. Ну, карбы можно перебрать. Давненько уже не перебиралось, уже лет 5, наверное. И что еще? Ну и по мелочи, где-то коцки какие-то, где-то. Вот так. А так мотоцикл очень живой, здоровский.